Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». Сегодня понедельник, 29 мая. О картине этого дня расскажут корреспонденты Бийского телевидения, я Татьяна Свинаренко. И вот лишь некоторые темы этого выпуска. Высказались все, у кого накипело. Бийчане в очередной раз вышли на митинг протеста. Молодые кадры и успешные разработки. В Бийске отметили День химика. Строевой смотр и оказание первой медицинской помощи. Школьники состязались в военно-спортивной игре «Зорница». На предприятии Бийское производственное объединение «Сибприбормаш» прошли оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых были выявлены финансовые нарушения. Как нам стало известно, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту мошеннических действий. Фигурантами уголовного дела выступают неустановленные лица из числа руководителей алтайской строительной компании. По имеющейся у нас информации, «Сибприбормаш» заключил договор с алтайской строительной компанией в рамках инвестиционного проекта «Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей». Речь идет о вывозе и утилизации промышленных отходов. Предполагается, что в результате мошеннических действий были похищены денежные средства в размере нескольких десятков миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Высказались все, у кого накипело. Бийчане в очередной раз вышли на митинг протеста. Горожане выступили против роста цен на жилищно-коммунальные услуги, низкие зарплаты учителей и медиков, а еще безнаказанный произвол городских и краевых чиновников. Главные требования, которые выдвигали собравшиеся, отправить в отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина и главу города Лидию Громогласову. Громогласову в отставку! В отставку! Губернатора нашего туда же, в отставку! Да и вообще бы на лесоповал куда-нибудь! Поддержать организаторов митинга на Петровский бульвар пришли порядка 200 бийчан. Это в 10 раз меньше, чем было на мартовском митинге. В основном желтыми плакатами за отставку губернатора и главы города в первых рядах пенсионеры. Молодежь тоже была, но она стояла с краю. Александр Богданович, после того, как убили, именно убили, я в этом уверен, как и вы все, Евдокимова, настолько разрушил Алтайский край, ничего не поменялось. Это человек, который пришел ниоткуда. Он нам не нужен. Мы должны этого человека, выходя на улицы, отправлять в отставку. Александр Богданович, идите вон! Вы позор, вы не паразит, вы хуже! Александр Богданович ставит везде своих людей. Мэров уже никто не избирает. Глав администрации района выбирают непонятно кто. Прямых выборов нету. Требования у собравшихся нисколько не поменялись. Все выступали против роста тарифов, непонятных реформ в сфере образования и здравоохранения. Много говорили о проблемах Наукограда, в частности, предбанкротном состоянии трамвайного управления, городском освещении, которого нет, а также произволе чиновников. Нас не слышат. Они что делают, то делают. Не обращают внимания ни на кого. Ни на глаз народа, ни на слезы народа. Недавнюю отставку главы администрации Нонка организаторы митинга во главе с оппозиционером Евгением Корчагиным в какой-то степени считают своей заслугой. По их мнению, именно после подписания петиции Николай Нонка написал заявление по собственному желанию. Теперь такого же результата оппозиционеры ждут по субботнему митингу. Люди, по сути, уже доведены до нищеты. И сегодняшняя ситуация экономическая говорит о том, что у нас идет колоссальный отток населения с Алтая именно в другие регионы. То есть закрываются предприятия, люди просто закрывают свой бизнес и уезжают. Соответственно, уходят новые и старые рабочие места. И молодежь отсюда уезжает. Сегодня будет, наверное, когда-нибудь демографическая яма, когда людей здесь, молодежи просто нету и рожать некому. На фоне всех городских проблем, в частности, отсутствия рабочих мест, низкой заработной платы, митингующих особо раздражают официальные доходы чиновников. Жизнь становится страшной.
на остальных этажах. Мы за молодежь волнуемся. Мы-то уже доживем как-нибудь. А вам-то жить. По итогам митинга протеста была подписана петиция за отставку губернатора, главы города и возвращение прямых выборов мэра Бийска. Кроме того, пришедшие решили объединиться, чтобы и дальше привлекать внимание властей, в том числе и на уровне федерации. В ближайшее время подписанная бийчанами резолюция будет зарегистрирована в администрации президента. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Будни. Депутаты городской думы показали свои доходы. Больше всех среди своих коллег заработал Андрей Форнель. По итогам прошлого года его доход составил более 15 миллионов рублей. Глава города Лидия Громогласова по итогам 2016 года задекларировала чуть более миллиона рублей. В собственности Лидии Афанасьевны доля в квартире площадью 64 квадратных метра, автомобиль УАЗ «Патриот» и автоприцеп. Зампредседателя Думы Олег Гузеев заработал 757 тысяч рублей. Людмила Бузунова, председатель комитета по социальной политике, указала 1 миллион 100 тысяч рублей. Примерно такой же доход у председателя комитета Думы города по законности и местному самоуправлению Натальи Быковой. У Александра Зориха, председателя комитета по бюджету, налоговой и финансовой политике, доход составил более 1 миллиона рублей. Меньше всех в 2016 году заработал Сергей Рукавицын. За год всего 52 тысячи рублей. Жители Бийского района готовятся к возможному паводку. Многие уже сегодня ценные вещи и бытовую технику поднимают повыше, держат наготове документы. На авось, как показал опыт трехлетней давности, надеяться нельзя. Однако большинство жителей все же верят, что большой воды не будет. Мы не ожидаем, конечно, не радуемся к паводку, потому что мы уже наелись этих паводков. Топило по-черному. Молодым ничего не уплывут, а старики плавать не умеют. Вот и все. Ну, поди ночью, но Бог пронесет. Не должно быть, чтобы было. Но говорят, что большая вода снова будет. Каждый год все равно подготавливаешься. Конечно, мало ли. Вдруг пойдет. Всяко бывает. Необходимо с собой. Все необходимое, документы, все приготовлено. Картошку заранее вытаскиваешь. Ну, короче, это, в общем, скажем так, готовимся еще. Населенные пункты Бийского района – одни из тех, кто три года назад от наводнения пострадали больше всего. Особо сложной оказалась ситуация в селах Малоугренево и Усяцкое. В последнем в зону подтопления попал 91 дом. Многие затопило по крышу. В результате паводка была размыта асфальтированная автодорога, ведущая к населенному пункту. Жители села надеются, что больше такого кошмара не повторится. Но все равно находятся в боевой готовности. Многие сельчане после большого паводка 2014 года приобрели лодки. Сегодня каждый день они следят за уровнем воды и прогнозами погоды. Добавим, что в ближайшее время синоптики прогнозируют на Алтае осадки. А это может привести к подъему уровня воды в реках и ухудшению паводковой ситуации. Молодые кадры и успешные разработки. Бийский институт проблем химико-энергетических технологий считается одним из лучших в сибирском регионе. Об этом заявил руководитель Сибирского управления Федерального агентства научных организаций Алексей Колович. Он приехал в Бийск, чтобы поздравить коллектив с Днем химика и познакомиться с прогрессивным институтом. На самом деле институт молодой, вот, самый молодой в сибирском отделении. Он занимает достойное место в числе лидеров института сибирского отделения, таких крупных институтов. То есть он находится вот в первой пятерке лидеров. То есть за счет тематик своих, за счет результатов своих разработок. Ну и в первую очередь, наверное, благодаря такому молодому, агрессивному, активному коллективу.
Основными задачами института является проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, генерация знаний, синтез новых материалов, создание уникального оборудования и разработка специализированных технологий. Одной из основных задач ученых является разработка новых материалов различного назначения. В этом направлении большой пласт работ, выполняемых в институте на сегодняшний день, посвящен проведению глубоких исследований по синтезу и разработке технологий получения лекарственных субстанций. Отличившимся сотрудникам в честь Дня химика и 60-летия образования Сибирского отделения Российской академии наук вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Это стало еще одним подтверждением значимости результатов работ, выполняемых в институте, и заслуженным признанием достижений коллектива ИПХЭТ «Соран». С размахом День химика отметили и на крупнейшем химическом предприятии Наукограда – Бийском олеумном заводе. Большая праздничная программа длилась несколько часов. Хочу пожелать вам всего самого наилучшего – здоровья, процветания вам, вашим семьям, вашим близким. Процветания нашему заводу. И если у вас все будет хорошо, то поверьте мне, в городе Бийске все будет просто замечательно. Праздник начался с концерта и поздравления со сцены Дворца культуры и продолжился народными гуляниями возле фонтана на площади. День химика в этом году прошел под символом основных элементов таблицы Менделеева. Химические вещества разгуливали по площади и предлагали фотографироваться желающим. Также перед бийчанами выступили разные творческие коллективы. Отметим, Бийский олеумный завод – градообразующее предприятие города. Штат сотрудников – почти 2500 человек. Продукцию завода, а это взрывчатые вещества, олеум, серная кислота и электролиты, присадки к топливу, дорожные и фасадные краски поставляют в разные регионы России – от Кольского полуострова до Дальнего Востока. Я могу так сказать. Я общаюсь с многими людьми, меня спрашивают, где я работаю. Я отвечаю, работаю на Бийском олеумном заводе. Я мне скажу, что ого, круто, и я горжусь этим. Строевой смотр, бег в противогазе и оказание первой медицинской помощи. Это не учение солдат, а соревнование для школьников. В поселке Сорокино прошла военно-спортивная игра «Зорница». Подробности я расскажу вам прямо сейчас. Десять метров по-пластунски и 20 в противогазе – это лишь малая часть того, с чем на отлично справлялись участники соревнований. Им нужно было показать всю свою силу, выносливость и ловкость. Ребята состязались в спортивной и военизированной эстафете. Показывали навыки в стрельбе, оказывали первую медицинскую помощь, маршировали и отвечали на интеллектуальные вопросы. Каждый был настроен только на победу. Мы в этом году лучше готовились, усерднее готовились. Маршировка, самое главное, мы несколько раз, наверное, на дню приходили в школу и маршировали. Показать себя какой-то там смелый, сильный, шустрый, быстрый. 30, 31, 32, 33. Военно-патриотическая игра «Зорница» появилась еще в СССР в 1967 году. За первые годы существования в нее повоевали 20 миллионов школьников Советского Союза. На несколько лет игра была забыта. В поселке Сорокино ее возродили 2 года назад. Мы нарабатываем опыт, приглашаем уже команды из других частей города. И ребята уже, если в первый год проводили, ребята не знали, что такое еще, и болельщиков практически не было, то сейчас, вы видите, уже пришли целыми классами поддержать свои команды. В этом году в игре приняли участие 36 человек. Они были разбиты на 4 команды – от поселка Фоминского, Молодежного, Нагорного и Сорокина. Именно сорокинцы стали победителями «Зорницы» в прошлом году и подтвердили звание чемпионов в этом. Переходящий кубок остался у них. Капитан этой команды – Кристина Дементьева. Она показала один из лучших результатов в стрельбе – попадание в 5 из 5. Сложным был конкурс капитанов, мы там приседали, и ноги просто устали, физическая нагрузка была сложна. Мы справились со всеми трудностями. Справляться с трудностями и слаженно работать в команде – это именно то, чему учит детей военно-спортивная игра. А еще она воспитывает силу духа, крепкость тела и гибкость ума. «Зорница» непременно будет развиваться и привлекать все больше новых участников. Татьяна Свинаренко, Сергей Доровских. Будни.
В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. 30 и 31 мая ожидаются ливень, град и порывистый ветер с усилением до 25 метров в секунду. В Бийске завтра будет переменная облачность, дождь, ветер слабый. Его направление в течение дня будет меняться. Влажность воздуха комфортная, чего не скажешь про атмосферное давление. Оно будет низким. Магнитосфера будет спокойной. Температура ночью плюс 19, плюс 21, днем от 25 до 27 градусов тепла. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь и желаю отличного настроения. До встречи!